Вот это, конечно, радости. Заросли. Смотри, ой, ой. Прям мы очень рады, что киперы пошли навстречу и притащили им сюда обрезки. Только хруст стоит. Мама залегла, мама там залегла, все. Она трется об веточки, там, смотри, как она балдеет. Сейчас, может, мама там прям мама, прибалдела. Да. У нее духи, наверное, с ароматом туйки. Прилетела ей сверху. Духи с ароматом туйки. Все, смотри, вообще какая прелесть. Все пределы. Все пределы. Это ж можно и спрятаться, и погрызть, и потереться, и поиграться. А? Жалко, немного, конечно, елок почистили. Везите елки в парк. У кого есть лишние елки? Приезжайте в парк, приезжайте с елками. Кто не знает, куда деть свою елку, мы подсказываем. Такая скорость, что даже не успеваешь сфотографировать. Тут пуля пролетает. Между прочим, в любом городе, мы знаем, что у нас подписчики не только из Крыма и Симферополя. В любом городе будут любые зоопарки, зоосады будут рады вашим елкам. Это и подстилки, и корм. Все копытные очень любят елки. И вот обогащение среды в вольерах. Все будут очень рады вашим елкам. Такие забавные. Леопард такой в ветках, смотри, какая. Нюхает, обнюхивает. Ой, запуталась. Мама опять улеглась так? Да, мама опять легла. Ну, пойду маму. Поближе маму сниму. Вот, мама. Шкодина. Так, я сюда, мама отсюда. Да что ж такое? Ну, пока вот не засохнут туи, порадуют леопардов. Потом, конечно, сухие ветки поубирают. Это не леопарды, это слоны. А такой хвост у Шакиры пушистый, смотри. Почти как барс. Чуть-чуть. Ну, барс, это ж снежный леопард. Так что где-то схожи, где-то как-то родственники. Мгновенно, да? Ой, вообще! Спрятались и не видно. Замаскировались. Ой, аромат стоит сейчас вообще так, как будто мы в сосновой роще в какой-нибудь.
в сосновом лесу. Нет же, наверное, рощи сосновой. Березовая есть. Нет, это туйка большая какая. Ну, это туйка. Ну, туйка, но пахнет сосенкой. И пахнет хвоей, да. Хвоей, да, хвоей. Хвойный лес. Хвойный лес. Смотри, Дэзи притаилась там. Одни лапы, Дэзи такая перевернулась, одни лапы кверху. Ну и опять мы сталкиваемся с проблемой. Как прекратить это снимать? А тут еще вон и солнышко светит, и не так уж и холодно. И руки не замерзают даже. Мама там. Дети здесь. Ту-ту. Тут рычит, так рыжик туда где-то рычит прям. Крадется-то, пас, крадется.